Всех приветствую, всем здравствуйте. У нас новый день, 22 июля, 24 год. И мы всем семейством нашим собираемся в поездку. Ты куклу-то берешь с собой? Евунька. Ева, берешь ее? Нет. Дома катать. Так она будет... Дома останется. Так она будет плакать. Ну все. Дома, ладно, как ну, сказала. Ну пусть будет плакать, да? Не плакать. Дождется она нас. Выходишь? Ну, да. Так, ничего не забыли? Даня, кроссовки одевает. Мама, новые. Кроссовки! Сейчас тебе тоже оденут. Виталий, а ты что? А, ты эти одел. Сегодня у нас хороший день. Да. Погода хорошая. Не смотрели, сколько градусов показывает там? 25. Наверное. Мои блюзки. Мои блюзки. 26? Ой, ну здорово. Погода отличная, значит, должно быть все хорошо. Собираемся. Ты Катя взяла? Ой, убежали парни, да? Вперед. В предыдущем ролике показывала, что мы приобрели палатку. Заранее планировали нашу поездку, подготовились. Поездка у нас дальняя, ехать нам 50 километров. Едем мы на озеро на целый день. В общем, пока мы едем, здесь я вам вставлю кадры, поделюсь, как мы вчерашним вечером ходили на теплоходике, в общем, с ребятишками. Очень нам понравилось. Ну, далее посмотрите. Я надеюсь, мы прокатимся с удовольствием. Сейчас мы выходим в исторический центр нашего города, заглянем в гости к крейсеру «Аврора», а дальше отправимся в акваторию Финского залива для того, чтобы посмотреть, как красиво садится солнышко в бескрайние морские просторы. Более того, мы с вами увидим знаменитую «Зенит-арену» и самый высокий в Европе небоскреб, который называется «Лагна-центр». Бонусом к нашей сегодняшней программе вы сможете заметить на реке военные корабли, которые уже прибыли в наш город для проведения военно-морского парада на День военно-морского флота. Так что смотрите внимательно, это очень красиво и интригующе. Ну что, мои хорошие, на этом желаю вам приятного путешествия. Спасибо за внимание.
Извиняйте за то, что отключила звук. На Ютубе авторские права могут заблокировать ролик. В общем, полтора часа мы катались, любовались красотами. Евочка у нас всю дорогу спала в коляске, а Матвейка радовался, веселился. В общем, играла живая музыка, и он даже у нас, парень, потанцевал. Здесь вот радуется, в общем, танцует. Там играют на саксофоне, поют вживую. В общем, здорово провели вечер, нам понравилось. Мы остались очень довольны. Малышня купаться приехала. Ева у нас всю дорогу спала. Мы приехали на Ладожское озеро. Деловышка пошла. Проснулась. Возьми ее на руки. А то она по песочку-то. Топ-топ-топ. Она схватила мокрая. Пойду я кофту ее. А ну смотри. Ой, какие волны. Обалдеть. Обалдеть, да? Да, смотри, как классно. Мы тогда по Толмирта сходили, там песок был. Такие камни красивые тут. Вообще красота. Ну что, готов купаться? Ну тут покупаться-то он сегодня, видишь, как волнительно. Я и говорю, волнительно сегодня. Так, ножки с краю помочить. Куда думаешь? Да я не знаю. Ну да, тут лестница. Не знаю, смотри. Можно... Ну смотрите, смотрите давайте сами. Виталя, сходили, мы сейчас узнали. Здесь вот такие вот есть беседочки. Цена. А 4000 это за сколько? На весь день. А, на весь день 4000. Какой песочек, да? Что говоришь? Волны, да. Здорово. Прыг-скок, прыг-скок, попрыгунья. Матвейка, не убегай далеко. Саша! Ты там хочешь палатку-то поставить? Я тебе говорю, вот смотри, вот здесь на песочке, либо вон там место. Матвей, не ходи туда, сынок. Здесь-то хоть не заезжаю. Ну все, давай, давай. Виталий сейчас машину здесь поставит. Можно здесь. Я-то думала здесь. Кстати, даже веревки вон есть, если что там колышком прихватишь. И веревкой привяжешь. Надо. Слышишь, Саша? Веревка, говорю, есть, смотри, так-то колышки есть. Там вот песочек. Слышишь? Да вот песок, говорю, где Ева бегает. Ну, ставьте, делайте, давайте. Ты Катю с собой взяла? А? Она проснулась, у нас одели плащик. Спросонья, прохладно, да? Катя-то у тебя спит, что ли? Спит. Давай, буди ее. Скажи, будешь купаться? Ева, Катю-то не клади!
Чего она делает? Даня, скажи ей. Так, оружие взяли? Да, папка брал. Мясо руками поедим. Кого взяли? Ножик взяли, да? Все взяли так-то. Саша, твоя дочь уже куклу в мангал свой положила. Доченька, это не кроватка. Ой, боже мой. Качай ее на ручках. На ручках ее спать укладывай. Смотрю, смотрю за мангалом. Шортики сними. Иди в палатке, разденься. Собрались искупаться. Вода холодная, наверное. Ну ничего, они там. Ой, как хорошо в озеро занырнуть. Ну, купаются люди. Как не искупаться? О, мужички купаться побежали. Ева, беги к маме. Мы с тобой мяско будем жарить. Мы потом с тобой сходим. Пусть они купаются, да. Пока парни купаются, я здесь уже сосиски. Пожарим. Чё, как вода? Да, всё нормально. Нормально? Хорошо. Смотри, что парни далеко не плавали. Сосиски. Сейчас мяско буду жарить. Мама мяско жарит, догоню Еву. Догоню. Ай, купаться ей надо. Никто не идет, парни залезли в палатку. Греются там тепло, хорошо. А я тебя сейчас догоню. Догоню Еву. Ай, Еву догоню. Догоню Еву. Вот она, Ева. Осторожно. Догоню Евочку. Девчонку. Что? Чего? Красиво здесь. Догоню я тебя. Дурят там в палатке. Весело. Парни, дожаривайте шашлыки. А то мамка жарит. Они уже наелись, в палатке належались. Собрались купаться. Шашлыки дожаривайте, последняя партия. Чё, как вам здесь отдыхается? Шашлычки как? Хорошо. Отлично. Как вода? Не, серьезно? Да. Хорошо, ага. Прям ледяная. А тут все хорошее. Да? Все, они хотят, смотри, как с горки. Там же лестница.
Нет, ну смотри, Даня-то сел, сейчас поедет. Да я шучу. Мне кажется, они только приплыли. Саша, а? Посмотрите шашлык, потому что мне уже поднадоело. Сейчас посмотрю. А все, ты опоздал. Да, я посмотрел. Так, Матвей здесь? Даня пошел купаться. Нарежьте арбуза, бананы откройте. Пусть они жуют бананы. Он купаться пошел. А ты что там песок гребешь, сынок? За ним глаз да глаз надо. Виталя, доедай тогда, иди с ними. А то он побежал тоже уже, дружочек. Так что в следующий раз, сына, столик, ну столик у нас хороший в этот раз получился, да? Вот. Можно, конечно, найти место, если оно свободное и прекрасно устроиться. Но мы хорошо устроились. И в палатке хорошо. В палатке что, как тебе? После купания? Тепло. Замечательно. Не зря палатку взяли? Вот такой столик с собой только не принесли. Ну да. Сокроет. Ну вот, кто писал, на море съездить. У нас сынулька здесь живет, мы к сынульке приехали. Да, вот тебе, чем не море. Детям хорошо и в песке порылись, поиграют. Для них это как море, считать, что. Да, водичка-то хорошая, ты купался? Да. Понравилось? Матвейка, тебе понравилось купаться? Да, я еще хочу. Еще хочешь? Да, круто. Кстати, там теплая водичка. Теплая? Да. Все понятно. Покажи ей. Покажу.